друзья, здравствуйте! Сегодня у нас совсем простецкий ужин. Родился он вокруг вот этих трех сосисок, которые надо использовать. А поскольку в доме есть еще и вкусные соленые помидорчики, оставшиеся после рассольника, грибочки, то сама собой напрашивается картошечка. Картошечку я буду жарить. Еще я нашла в доме две луковицы, одна белая, другая красная, немножко укропа и помидорку. Так что вкусный ужин у нас будет. Сначала я порежу картошку. Она должна быть сухая. Специально я ее ничем не обсушивала. С нее просто стекла вода. Она у меня немножко полежала. Нарежу я ее кубиками, потому что хочу, чтобы кусочки были небольшие и со всех сторон прожаренные. На хорошо прогретую сковородку я налью растительного масла, достаточно прилично, чтобы было закрыто дно. И дождусь, чтобы масло хорошо прогрелось. Можно загружать картошку. Картошку я буду жарить в кипящем масле. Но одновременно нам надо готовить и другие ингредиенты для нашего ужина. Пока шкварчит картошечка, я нарежу половину красной луковицы четверть кольцами. А белую луковицу я нарежу всю, немножко помельче. Помидор я нарежу полукольцами. Зелень мелко нашинкую. Грибочки я отожму от рассола. И нарежу небольшими кусочками. На один укус. Картошка у меня обжаривалась сначала на большом огне, потом я огонь слегка уменьшила, и она уже доходит на среднем огне. Картошка практически готова, и можно добавлять лук. Грибы я добавляю красный лук и заправляю их ароматным маслом. Картошка уже почти готова, я ее посолю. Помидорчики солю. И полью ароматным маслом. Друзья, картошку я сейчас вот так прикрою крышкой и солью лишнее масло, потому что у нас и так его много. Вот такой шикарный ужин у нас получился из трех сосисок. Приятного аппетита!